Всем привет, меня зовут Даня, и я снова возвращаюсь в игру Shadow Fight 2. В прошлой серии мы победили демона Рысь, сегодня у нас начинается вторая глава. Тайный путь. Демон-отшельник. Так, давайте посмотрим, что мы можем купить. И посмотрим, что мы выиграли. Синяя печать. Без шансов. Прочни инструктиву, беги демона рыть. Пробьем шлемы. Что можем купить-то? Попробуем подраться, что ли. Давайте рискнем в турнир. Отчаянные мы все-таки. Мочи его, мочи! Пророк, тебе не жить! Какой ты пророк, ты? Не знаю даже кто. Ё-моё! Да ё-моё! Ладно, давайте выживание. Подкопим бабок. На, сволочь. Перфекто. Угомонись уже! Угомонись, говорю! Лежать! На, сволочь, на! Стой, 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 стой. Вот урод. Давайте купим что-нибудь. Так. Thank you.
Ладно, я вернусь, когда куплю все. Короче, купил я все. Продолжаем. Сейчас ему хана будет. Умри. Полезу бритвы. Раунд 2. Оружейник предлагает купить оружие по особой цене. Показывай. Да иди ты нафиг. Опять эта хрень грузится. Кровавый жнец я брать не буду. Слишком уж дорогой. Продолжаем. Ой, как я тебя ненавижу, тварь. Ах ты, тварь. Я ненавижу это оружие. Бейся головой! Здоровье металлическое!
ё-моё! Я говорю, я тебя, тварь, ненавижу. Я тебя найду. Я тебя найду и убью. Да ё-моё! Ладно. Тень, весь о твоих подвигах быстро разлетается по миру. Люди благодарны тебе за твои дела. Сопротивление и сопротивление силы тьмы. Еле прочитал. Тень, весь о твоих подвигах быстро разлетается по миру. Люди благодарны за твои дела и сопротивление силы тьмы. Спасибо. Твои подвиги вдохновили кузнеца, теперь его мастерство в своем распоряжении. Он изучил темную энергию и поможет улучшить твои доспехи. Спасибо. Это про зачарование. Вон, зачаровать можно. Выбери доспех, чтобы наложить чары. Зачаровать. Поглощение урона. Жду. Короче, вот так вот. Ладно, я вернусь, когда прокачаюсь полностью. Короче, я прокачался. Пошли бархату наваляем. Как она меня достала. Я ее сразу не полюбил, ненавидел, когда играл первый раз. Вот она, индийская курва. На! Это ты зря. Ах, не тварь. Ну ты мне легче только облегчил только задачу. Лежать! Да ёк-макарёк, опять. Ну ладно, это не так долго было. Ох ты ж, Лаки. Давай, Лаки, от тебя такой Лаки будет. Ты забудешь обо всем на свете. На! Лаки, на тебя клюют одни собаки. Давай, Лаки. Нападай. Ну же. Ё-моё. Я ж пошутил, Лаки. Лаки. Не смей. Вот же сволочь. Вот же сволочь.
лаки тебе как капста. Да ёк-макарёк, ну опять. Продолжаем. Продолжаем. Турнир сложно, но хрен с ним. Ого! Браво! Драчун. Давай, драчун. Посмотрим, как у меня. Я пошутил вообще-то. Давай! Нет, 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 нет. Нет! Да! На! Хо-хо-хо! Что за... На! Ё-моё! Драчун, я ж пошутил! I go crazy! Леха! I go crazy посрал! Тень, когда ты открыл врата, твоя прошлая жизнь перестала существовать. Но врата не просто забирают, а дают кое-что взамен. Их невероятная сила подарила тебе возможность видеть изнанку этого мира, его темную сторону.
Когда наступает затмение, твои враги становятся сильнее. Ты можешь принять их вызов, и награда за твою смелость будет соответствующей. Это он про затмение мне говорит. Ой, мама. С помощью теневой энергии ты забираешь у поверхности врагов мор... При помощи теневой энергии, что ты забираешь из суперных врагов, можно придать предметам особое свойство. Ну, короче, он мне про ресурсы говорит. Если тебе захочется собрать еще больше теневой энергии и повторить свой подвиг, то посмотри на затмение, и солнце снова погаснет. Немного иначе прочитал, но да ладно. Опять грузится. Продолжаем. Удар локтем, у меня новый прием. Изучаем. Просмотр. Посмотрим, что могу купить. Смотри, теперь ты можешь купить метательные кинжалы. Хотя бы мне поставить на них в бою. Не хватает кристаллов. А могу купить оружие? Наконец-то! Ладно, я сейчас куплю их и вернусь. Продолжаем. Я прокачался. Ну, точнее, закупил новое снаряжение. Ой, мама. На что хватило, то и купил. Разбойник. Грузись, пожалуйста. Ладно, я вернусь, у меня... Нет, я не ухожу. Не хватает. Давайте попробуем затмение уделать кого-нибудь. Опять ты. Ого! Безумство храбрых. Я безумец. Помни, ты всегда можешь вернуться в мир людей. Посмотри на затмение, и солнце засияет вновь. Это мы уже слышали. Еще способ заработать монеты. Ты можешь пройти испытания. Бои с особыми условиями. Это мы помним. Без оружия и без этого вроде как. Давайте рискнем.
Давай. Давай! Время кончилось. А почему ему засчиталось, он же не победил меня? Ну все, гад. Да блин, твою ж налево. На! Да. Некуда спешить. Вот же сволочь. Невозможное возможно. На-н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 а. Все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. До скорого.